Администрация города Хасавюрт объявляет о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление новогодних Хасавюрт с 14 по 28 декабря 2018 года. В оформлении приветствуется использование декоративных панно, поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой, различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур и новогодних елок, исправно работающие в течение темного времени суток архитектурной подсветки зданий, сооружений, жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов. Победители определяются по следующим номинациям: лучшее оформление учреждения, лучшее оформление организации в сфере потребительских услуг и лучшее оформление жителями города Хасавюрт домов, придомовых территорий, балконов и окон домов. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря 2018 года. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 29 декабря. Победителям будут вручены памятные призы, дипломы и поощрительные благодарственные письма от администрации города. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».